В Омске нашли виновника опасных выбросов. ТГК-11 заплатит штраф 80 тысяч рублей. Как пояснили в прокуратуре, предприятие обвиняют в загрязнении воздуха и почвы золой. Завод расположен на территории Богословского сельского поселения Омского района. Местные жители неоднократно жаловались на экологические проблемы. Огороды и участки сельчан покрыты черной пылью. Установлено, что используемая система орошения одной из секций зала отвала не обеспечивает достаточное смачивание золошлаковых отходов на всей площади секции, в результате чего при порывах ветра допускается разнос золы с ее поверхности и загрязнение атмосферного воздуха. Прокуратура вынесла представление руководителю организации. Компанию привлекли к административной ответственности и назначили штраф. Сейчас ТГК-11 устранила нарушение.